Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. И сегодня будем играть в игру под названием Knight vs. Gaien. Вот этот гигант, которого нам надо будет уничтожить, но я на него не пойду, потому что у нас цель, конечно же, другая пока что. Это нам прокачаться в этой игре, потому что мы сейчас очень слабые, мы ничего не сделаем этому гиганту, и нам надо будет набирать деньги вот из этих слабеньких монстров. Для этого у нас есть, конечно же, простой мечик, всякие ультрамувы, но это все такое. Еще это все очень слабое, потому что с лизняками я нормально драться не могу, например. Вот можно попробовать было бы применить суперудар, но не помню, сколько он стамины стоит. Сейчас чуть подкопим и попробую использовать. Нет, не получается. Побольше тогда так, бегай. Да, здесь есть смена дня и ночи. Правда, не знаю пока, зачем это надо, кроме просто того, что это довольно забавно выглядит. Бам! Ух ты, неплохо, слушайте, я его еще ни разу против монстров не использовал. Довольно неплохая тема, надо будет почаще это делать. Так, ладно, у нас 110 монет, можно попробовать зайти в магазин и, может быть, что-нибудь даже купить в кузницу нашу. Так, что там есть? И там есть то, чего мы не купим. Замечательно, потому что у нас пока не хватает денег. Так, можно сделать ночлег себе пока что, чтоб день наступил. Все-таки, да, вот все. Пойдемте дальше их месить. У нас как раз сейчас заряжен стамина. Надо кучу-кучу маленьких загреть на себя, вот таких вот. Давайте, что, пошлите за мной, что? Странные какие-то, они не идут, им типа. Ну пофиг, что бывает. Все, сняли всех. Так, можно снова. Можно стамину нам восстановить. У меня есть зелье, так. Оп. Так, сейчас, когда заморгает стамина, можно будет бабахнуть еще разок. Так, только вот куда? Что-то как-то они все... Вот сюда. О! Супер. Жалко, оружие никого не упадывает, только всякие зелья, банки и так далее. Не очень клево, хотелось бы, конечно же, побольше. Ну ладно, потихоньку набиваем все золотишки, это, конечно же, классно. Так, надо, чтобы побольше всяких монстров на меня отсагрилось. И потом их всех взорвать одним движением. Это, по-моему, самая офигенная тактика против них пока что. Что у меня нет таких атак, которые бы их просто громили кучу. Так, во-во-во-во-во-во-во. Так. О, мяско. А, кстати, у нас же есть зелье. Так, мяско, зелье. Так, довольно нелегко с ними будет нам. Но я надеюсь, что получится все-таки победить их. Сейчас еще раз стамина накопится. Против больших вот этих вот вообще трудно, оказывается, играть. Так, почти. Я ни одного еще толком не снес, но выпала куча зелий, поэтому можно сейчас снова будет. Я хочу их все-таки добить, вот эту всю кучку, которая за нами бегает. Так, ровно 80 надо этой. Так, оп, еще раз. На! О, другое дело, остался все последний. Так, и у нас золота уже хватает на какие-то апгрейды. Это самое классное. Кстати говоря, я могу, по идее, рукой забить. Если он один, так почему бы и нет? Так, давайте вот их рукой позабиваем. Хотя, кстати, это тоже стамину тратит, поэтому нифига не просто. И он всю, почти всю стамину потратил и снес ему 1/4 где-то. Так, ладно, пойдемте на базу. У нас как раз накопилось денежек. Можно будет сейчас купить себе что-нибудь. Так, на спринте пойдемте купим что-нибудь интересное. Какой-нибудь апгрейд. Не знаю, что купить лучше. Силу, ловкость, агилити, спешл атака. Спешл атака стоит дофигища дорого, я думаю... По идее бы, конечно же, монетки, по идее, прокачать было бы лучше, но можно и силу. Она довольно неплохо бустится, поэтому давайте возьмем силу пока что. Не знаю, тут, кстати, не пробегался, есть ли еще какие-то магазины. Первый стартовый, который умудрились мне только показать, это вот этот вот был. Здесь у нас обучение проходило, которое я благополучно пропустил, чтобы не было этого обучения. Кому оно нужно? Все без обучения, понятно. Кстати, ничего себе, так это неплохо прибавилось, смотрите-ка. Вот стамины не хватает, вообще просто жутко. Вот стамины это просто капец полный. Ну так, по идее, можно их прям ваншотить. Берешь так... Эй, стоп. Что ты такой дерзкий-то? Так, оп. Оп. Давай. Буду потихоньку их так вырубать. Че, у меня только мясо падает? Не, ну... Конечно, надо, но не сейчас же. О, этому половину уже снесли. Эй, я промазал, блин, два раза промазал. Да какого хрена? Беги. Голубые нападают. Они, кстати, похожи на... Почему-то на этого. Из мульта одного. Блу, по-моему, звали по Cartoon Network. Как-то шел мульт забавный один. Не понял, как назывался он.
Не помню. Напомните мне в комментариях, как назывался этот мульт. Вы, наверное, его помните. Я вот не помню. Ай, лучше. Это как будто он чихнул так, я не знаю. Все время как... Они все умирают. Так мы уничтожим гиганта в конце, наверное. Там будет супер чих. Насморк божественный. Блин, какой-то просто... Как-то выглядит просто. Стоит там, что-то месит кого-то. Надо стаминки побольше нам. Вот это было бы вообще замечательно просто. Стамин — это вот самое главное, что должно быть вообще. Так, кстати, да, надо походу с кучкой драться. Тогда у нас стамин так сильно не расходуется. Вот вообще его пачку вот таких собрать и просто пару ударов мечом провести, было бы вообще просто супер. Вот так, вот, на них надо и фармить всякие эти по мелочи всяких вещей. Так. Оп, готово. Черт, мясо. Воп. Иногда только миссы проходят. Если бы еще не миссал, то вообще было бы зашибись. Так, ну чё, всю... Вау! Вот это просто читер. Столько раз промазал по нему, это надо же так. Так, все, все готовы. Ей, закончили. Можно идти. Так, надо собрать монетки. И пойти что-нибудь прокачать. Не знаю, до гиганта я не уверен, что я дойду. Мне кажется, что он мне там за два удара прогнет. Но можно будет, конечно, попробовать. Напасть на него, когда у нас что-нибудь будет уже попрокачанней. Так. Ну что, что купим? Оп. Defense, бонус gold. Agility. Так, это скорость даст. А, ну это не особо мне надо. Так, Dex, Endurance, что это дает? Стамину. А, вот это стамину дает, а это? А, это, а, мне лучше вот это прокачать. И вот это. Отлично, теперь его хотя бы 105. Хотя это не очень много, я думал, побольше будет. Ну ладно, бонус gold тоже неплохо еще. Почему вы не агритесь, а? Ну что это за... Что с этими слизняками не так? Типа, блин, там наших ребят весь... Да пофиг. Бывает. Ну, сам как-нибудь выкрутится. Во, вроде бы до них доперло, что надо бы спасать своих братишек. Слизняков. Во. Во, давайте. Вот так вот, дружно, вместе, местим друг друга. Вот, вот так. Как это выглядит, наверное. Бежит какой-то рыцарь такой, знаете, в толпу каких-то синих слизней забегает. Это слизни, а не шерсть какая-нибудь. Похоже на слизни больше. Забегает, а давай их там рубить налево-направо. За все плохое, видимо, что им когда-то сделали. Кстати, эти побольше, мне кажется, да ведь? Ага, эти гораздо больше, чем те. Так, у меня есть шансы победить? А, есть. Ну, в принципе, сколько интереса за них будет давать? Ну, нормально так. Вот так вот просто в толпу забегаем нагло и сейчас будем выпивать аптечки всякие. Так. Кстати, когда я их бью, по-моему, они меня не бьют, да? Да, у них меньше пространства на удар. Поэтому можно просто стоять и бить его. Но сносят они дофигища, честно, вообще. Тут нужна какая-то броня и побольше силы, как минимум, так. Ну хорошо, что нам наупадывала куча мяса, можно вот так вот просто стоять и долбить их потом. Ну, куча маленьких, давайте маленьких поперебиваем. Маленьких самое классное месить, они вообще просто складываются. Хотя урон тоже наносит и довольно-таки неприятный. Можно просто бежать и махать мечом. Так, тихо, я сейчас еще и умру так. Все, зачистили поляну. Тысяча сейчас будет. Ох, отлично. 1000. Ей, все, побежали. Сейчас купим себе еще силу. На двоечку силы сделаем. Не знаю, какая тактика прокачки была бы лучше, но... Мне кажется, сила пока что самый ярко выраженный такой бонус нам. Уже вообще было бы только в силу вложиться, и уже было бы круто. О, я этому уже нормально навариваю. Правда, миссов очень много. Вот это меня раздражает, конечно. Но это декс надо прокачивать, конечно. Этих еще не ваншотит. Я думал, хоть маленьких ваншотить уже будет. Можно просто бежать было бы так вот и бить. Кстати, хпшка, надо не забывать.
Все, ладно, пойдемте попробуем сходить к гиганту, посмотрим, чего он нам сделает. Я ему хоть поцарапать смогу, вначале все это увенчалось. Была небольшая катсцена в самом начале, в которой там показали, типа, мы такие бежим на гиганту, такой, пок, и все, мы улетели. Так что, ну пошлите попробуем, посмотрим, что у нас получится против него сделать. Сейчас музыка еще поменяется у нас. Оп, давай. О-о-о. Эй, где он? А, вон он. Я иду за тобой. Блин, какой же он страшный все-таки. Ууу, 10 тысяч здоровья. Как он меня не ударил еще, мне интересно. Не, ну в принципе, если он будет промахиваться, то у меня есть шансы, наверное. Ау, нет, одно попадание и мне вообще плохо. Вернул меня с небес на землю, типа, че выпендриваешься тут, малявка. Кстати, вот там что? Надо попробовать сбегать, посмотреть. Может, здесь есть еще какие-нибудь тайные лавочки, нет? Было бы клево, если бы здесь еще какая-нибудь тайная лавка была. Нет, я могу выбежать за экран там. Ладно, на этом будем заканчивать. Флешка классная, обязательно поиграйте, в описании ссылка, там же сервер Майнкрафта мой, плейлист по всем предыдущим флешкам, которые мы до этого играли, и там уже более 200 вообще куча, и все, я старался отбирать самое классное. И да, там еще много всего интересного, ну ладно, сами загляните. Все, всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь, удачи, всем, пока.